О криминальной обстановке у нас в городе расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 122 сообщения о происшествиях, из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 92 административных правонарушения, в том числе 72 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 11 человек. Уважаемые десногорцы и гости города, соблюдайте закон и помните, что за каждым правонарушением следует наказание.